7 июня Московский районный суд города Твери. Здесь состоялось очередное заседание по громкому уголовному делу в отношении четверых обвиняемых. Напомним, в 2021 году тверскими сотрудниками ФСБ и полиции при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность преступной группы, участники которой тогда еще подозревались в махинациях при продаже иномарок премиум-класса. При обысках силовики обнаружили значительное количество премиальных иномарок с перебитыми номерами. Это кадры задержания первого подозреваемого по делу Александра Скобина. Еще одного фигуранта, Владимира Гогуа, отправили в изолятор в конце августа 2021 года. Напомним, что мужчин подозревают в махинациях с автомобилями. Также им инкриминируют вымогательство в особо крупном размере. Молодые люди под различными предлогами требовали у предпринимателя 10 миллионов рублей. В зале суда 7 июня Владимир Гогуа общаться с нами не захотел. По какой статье обвиняетесь? Ну чего вы стесняетесь? Другие подсудимые были более разговорчивы. Суд установит степень нашей виновности или невиновности. Вы по какой статье обвиняетесь? Превышение должностных полномочий. Угу. А вы? 163, 159, часть 4. Считаете себя виновным? Нет, не считаю. Сегодня рассматриваем уголовное дело в отношении четырех фигурантов, все жители Твери, Тверской области. Обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе совершении мошеннических действий, вымогательства в особо крупном размере, а также совершение мошеннических действий и сбыта краденого имущества. Уголовное дело расследовалось в региональном следственном комитете. 7 июня суд приступил к допросу свидетелей. О ходе судебного слушания мы будем рассказывать в патрульной службе.